Всем привет! В этом видео будет две части. Первая – это как переключить аккаунт в Инстаграме на формат бизнес-аккаунта. Вторая часть будет посвящена новой фишке Инстаграма – это запуск рекламы изнутри приложения. Итак, начнем с первой части. Когда вы заходите в свой Инстаграм-аккаунт, который освещает работу вашего бренда, и у вас при этом есть бизнес-страница Facebook, вы можете перевести свой аккаунт в формат бизнес-аккаунта. Многие это уже делали. Нажимаем. То есть необходимо обновить профиль. Он предлагает вам перевести в профиль компании подробнее. Здесь мы соглашаемся со всеми вещами. Связываем свой аккаунт с личным профилем Facebook. Это позволит... Именно отсюда Инстаграм подтягивает те бизнес-страницы, которыми вы управляете, и, соответственно, позволяет вам связать аккаунт в Инстаграме с бизнес-страницей в Facebook. Вот, подтверждаете свои действия. Предыдущую часть я вам не показывал, потому что не могу показать все страницы, которыми я управляю. Но после этих действий вы попадаете на страницу профиля компании, где вас запрашивают email, телефон и адрес. Эти данные будут видны вашим пользователям, и они смогут напрямую в один клик связаться по этим данным. Если у вас бизнес не привязан к локальной точке, городу, то я рекомендую удалять адрес, потому что, ну, чтобы, во-первых, если вы укажете свой офис, чтобы люди не поехали к вам в офис выяснять отношения. Окей, кликаем «Готово». Вот, что у нас получается? У нас появилась кнопка «Связаться» вверху, при нажатии на которую, видите, тут две кнопки «Позвонить» или «Отправить электронное письмо». Это те данные, которые мы оставили. Если бы мы оставили адрес, была бы еще кнопка «Как добраться». Ну и перекидывала бы пользователя на Google карты, либо на приложение карты, если это мы говорим об айфонах. Вот, с другой стороны... Еще одно обновление – это статистика в правом верхнем углу рядом с шестеренкой. Нажимаем ее и видим показатели, такие как показы за неделю, охват пользователей, сколько людей посмотрело профиль, сколько было переходов на сайт. А также он иногда выделяет самые лучшие публикации за неделю, если у вас их много. Вот. И статистику подписчиков, какое время подписчики появляются в аккаунте. Если мы кликнем подробнее, здесь будет срез. Не кликается еще. Будет срез по социально-демографическим показателям и по географическим. Вот. И еще в зависимости от дня недели тоже показывает статистику появления в онлайне. Если вы раньше не переключали на бизнес-аккаунт, потому что мне пришлось выключить бизнес-аккаунт и показать, как его включать, то, скорее всего, эти данные у вас могут быть пустыми, потому что он начинает считывать эту статистику после первого входа в режим бизнес-аккаунта. Окей, после всего этого, если мы перейдем на шестеренку, у вас появляется кнопка сейчас платежи. Вот. И они подтягивают ваши рекламные кабинеты, которые вы создавали в Facebook. Ну, в данном случае у меня установлен рекламный кабинет Quartal этого же проекта. Сколько потрачено в рекламном кабинете не в Instagram, а вообще. И способ оплаты. Вы можете привязать любой способ оплаты. Напомню, что можно оплачивать даже гривневой картой, если у вас... Независимо от того, какая валюта у вас прописана в рекламном кабинете. Окей, давайте теперь перейдем ко второй части видео, самому интересному. Это запуск рекламы из самого приложения. Выбираем публикацию, которую хотим продвигать. Ну, видите, здесь в данном случае это просто текст, без ссылки, без ничего. Есть статистика этой картинки. В данном случае, в последнее время, точнее не в последнее время, а вообще,
Инстаграм еще мне не показывал подобную статистику. Возможно, этот элемент, этот функционал еще не доработан самим Инстаграмом. Вот, но появилась кнопка «Продвигать». Давайте проследуем по этой кнопке. И у нас есть опять два варианта. Первый – это послать посетителей на наш веб-сайт. Второй – это позвонить в компанию, либо посетить ее. Давайте посмотрим продвижение именно веб-сайта. Здесь он предлагает выбрать кнопку действия. Мы можем выбрать подробнее, в магазин, забронировать. Все, что предлагает нам Facebook, свою кнопку написать нельзя, к сожалению. Вот. Затем сайт. Он подтягивает из информации страницы, но не забывайте ставить UTM-метки, чтобы в Google Аналитике посмотреть, что люди пришли именно из рекламы Instagram. Вот. После чего он предлагает выбрать аудиторию. Можно автоматически, тут Instagram предлагает создавать тем, кому это может быть интересно, но я ему не доверяю, поэтому можно создать свою. Выбираем название аудитории, можем придумать, она сохранится в рекламном кабинете. Места, где мы будем показывать. Здесь можно выбирать город, либо несколько стран. Интересы. 4-10 интересов, допустим, пускай это будет интерес архитектура. Вот. Достаточно, в принципе, одного интереса, если это узкий таргетинг, либо нескольких, если вы хотите охватить аудиторию больше. Возраст и пол, понятное дело, вы тоже регулируете. И можно еще и пол выбрать, если это влияет на эффективность рекламы. Бывают продукты, где гендерные характеристики влияют на эффективность рекламы. Окей, выбираем бюджет, который мы готовы потратить, и время, бюджет и продолжительность рекламы, сколько она должна крутиться. Пускай это будет $2, пускай это будет 1 день. Далее можно посмотреть, как она будет выглядеть. Видите, появилась внизу под картинкой появилась кнопка «Подробнее», которая пересылает человека на веб-сайт. А вверху в правой стороне кнопочка «Реклама». Вы с этим сталкивались. То есть мы будем показывать эту картинку с этим текстом, с кнопкой в ленте новостей людей, которые еще не являются вашим подписчиком вашего аккаунта в Instagram. Все. Добавить новый способ оплаты. Вот здесь все подтверждено. Далее. Все, и кнопка «Продвигать» стала активной. Ставим на продвижение. Все, реклама пошла. Она, точнее, не пошла, она сейчас на рассмотрение. Как только администрация Facebook в данном случае, потому что Instagram принадлежит Facebook, одобрит, эта публикация будет появляться в ленте новостей. Пожалуй, две основные темы этого видео мы раскрыли. Высоких вам конверсий. Пока-пока.